Димитаздемир, которая в прошлом месяце сидела за свадебным столом с певицей Агужан Коч, положила конец новостям беременности после свадьбы. Сказав, что обвинения беспочвены, известная актриса сказала: «Нет никакого детского давления. У нас не такая жизнь. Все случается, когда придет время». Актриса Димитаздемир была гостьей у Мурасабун Куоглу на экранах Шо ТВ. Делая откровенные заявления, Аздемир заявил, что фейкового аккаунта в Инстаграм не существует. «Если бы у меня был фейковый аккаунт, меня бы сразу поймали», — сказал 30-летний актер. Кроме того, Димитаздемир, которая сказала, что не получала никаких признаний в любви с того дня, как воспользовалась социальными сетями, заявила, что такие сообщения, скорее всего, будут отправлены ее мужу Агуджану Кочу, за которого она вышла замуж в прошлом месяце, и сказала: «Жена получает эти сообщения. У меня нет никакой реакции. Я не могу это перепутать». Отмечая 10 десятилетия своей карьеры, Димитаздемир сказала, что думает о своей семье, когда оглядывается назад. Знаменитость сказала: «Моя мама до сих пор поражена тем, насколько я знаменит. Когда я думаю о том, что моя мать думает обо мне, я волнуюсь». Димитаздемир заявила, что она посмеялась над критикой в адрес трех свадебных платьев, которые она носила на своей свадьбе, и сказала: «Мне понравились творческие шутки о первом свадебном платье, которое я надела. Мне понравились слова, а не аналогии. Используемые предложения были грустными». Точка. Аздемир сказал, что он был рад рассказать о своем свадебном платье, а также о туфлях своей жены Агужан Коч. Знаменитое имя сказала: «Также обсуждались туфли Агузхана. Это хорошая ситуация». Шутки в сторону, предложения, в которых использовалось больше, чем сравнение, были неприятными. Димитаздемир положила конец слухам беременности после свадьбы. Сказав, что обвинения не обоснованы, Аздемир сказал: «Нет никакого давления на детей. У нас нет такой жизни. Все происходит, когда приходит время». Димитаздемир, которая заявила, что могла бы сыграть роль в биографическом фильме в следующий период своей карьеры, сказала: «Я могу назвать Тюркан Шорой своей мотивацией на всю жизнь, но если я хочу сыграть танцовщицу, я могу назвать Несрин Тапкапы». Знаменитое имя спросили, как бы он хотел, чтобы к нему обращались после женитьбы. Он ответил: «Димитаздемир Коч, пожалуйста».